Мне надо было приехать в центре города, забрать у бабушки деньги. Я приехал, забрал деньги, поехал. Сколько денег? Какая сумма? 507 тысяч. Что дальше было? Поехал до банкомата, начал переводить деньги, которые они мне указывали на какие-то счета. Я их начал переводить. Себе сколько денег оставили? 12 700. Понимали, что совершаете преступление? Сначала нет, потом все до Питера. Раскаивайтесь в содеянном. Раскаиваюсь. 79-летняя женщина попалась на обман по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Спустя 3 дня она засомневалась, что общалась с настоящим следователем и обратилась в полицию. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.